Ставрополь известен своим уникальным расположением на 45-й параллели земного шара. Индивидуальности краевому центру прибавила находка второго – южного слона. Таких ископаемых всего 5. 3 из них находятся в России. С открытием нового экспоната Ставропольский музей-заповедник становится единственным, где можно посмотреть на 2 древних гигантов одновременно. У ставропольского южного слона Архипа наконец появилась пара. Вот эту красавицу зовут Нюся. Нашли ее еще в 2007 году. Однако показать ставропольцам могут только сейчас. И дату для этого выбрали подходящую. Ставропольскому музею имени Прозрителева и Правы исполнилось 110 лет. Поселок Равнинный Новоалександровского района был пристанищем Нюси примерно 1 800 000 лет. Палеонтологи и археологи говорят, что все время работа сопровождалась какой-то мистикой, в хорошем смысле слова. Группе невероятно везло. Казалось, что возникшие трудности решались сами по себе. А потом вот для меня лично это был самый трудный день во время раскопок, когда нужно было вот эти гипсовые куклы поднять, аккуратненько погрузить и привезти в Ставрополь. Для столь древнего возраста скелет Нюси выглядит довольно неплохо. Особенно хорошо сохранилась правая часть. На этом боку умерла слониха. Когда это случилось, ей было около 60. Это солидный возраст для такого гиганта. Нюся не только долгожитель, но и мать. Это удалось узнать по костям таза. Архипа раскопали 40 лет назад в Георгиевске. По возрасту ископаемые почти ровесники. Вполне возможно, что при жизни слоны бродили в одном стаде. Посмотреть на второе ставропольское чудо пришли первые лица края и города. Обмен поздравлениями, улыбками и благодарственными письмами. Встреча проходила в самой дружественной обстановке. И так много богатства здесь собрано. Уникальность нашего Ставропольского края. И какие люди здесь замечательные работают, преданные своему делу. Безответно преданному. Ставрополье слывет родиной слонов, и это вполне заслуженно, считают исследователи. При раскопках специалисты не раз находили маленькие зубки слонят. Завод в стаде потомства – прямое указание на благоприятные условия. Если археологам посчастливится обнаружить ископаемое слоненка, в Ставропольском музее-заповеднике имени Прозрителева и Правы появится целая семья южных слонов. Анастасия Романова, Роман Солодовников и Владимир Кириллов. АТВ «Ставрополь».